Перезагрузка – это не только драматические истории женщин, которым стилисты меняют внешность, но и новый интеллектуальный проект журнала «План Б», который на своих глянцевых страницах публикует истории успешных людей нашего города. Для меня глянец – это важная площадка для обсуждения и для людей интеллектуально достаточно развитых. Бизнесмены зачастую – это умные люди. Им, конечно, нравится листать журналы, где красивые женщины и автомобили, но все-таки читают они журналы, которые с умным насыщением. И проводить мероприятия сегодня особенно хотелось бы с какой-то умной подоплекой, но она будет не только умная, еще и достаточно веселая. Поскольку мы деловое издание и издание бизнеса, а бизнес – это вещь, которая самая переменчивая, вот насколько это возможно у бизнесменов, каждый день происходит в жизни что-то новое, что-то неожиданное. Поэтому и мы тоже будем оставаться в этом же ключе, и мероприятий будет много, и они будут все разные. Очень интересны новые форматы мероприятия для нашего города. Побывав на подобных других городах, решили, что в Челябинске этому формату жить, быть и нужно пробовать. Бизнес сегодня весьма непредсказуем. Никогда не знаешь, какой специалист тебе может понадобиться – риэлтор, финансовый консультант, художник или стилист. Именно поэтому такого рода встречи приятны и полезны. Во-первых, я был на обложке журнала в 2014 году, в июле. Это мои друзья. Я пришел провести время. Текст – это текст, наполнение, а живое общение за скобками – это здорово, мне кажется. В прошлом году у меня был новый жизненный опыт. Вообще я экономист, юрист, такой серьезный офисный работник в прошлом. А в прошлом году так получилось, что я написала взяла два интервью для журнала «Плана Б», и поэтому вот это для меня новый опыт, новые эмоции, новые впечатления, скажем так. Участники распределились по командам в произвольном порядке. За одним столиком оказались специалисты самых разных сфер бизнеса. Для участия в игре, помимо профессиональных знаний, пригодились и изворотливость, и чувство юмора, и креативный подход, качества, которые весьма ценятся в наше время. И несмотря на то, что здесь собрались люди разных профессий, всех их объединяет стремление к лучшему, саморазвитие и обмен полезными связями.